На востоке Казахстана метели и снегопады. В регионе закрыты 15 дорог областного республиканского значения. Всю ночь спасатели и дорожники вызволяли застрявших в снегу водителей и пассажиров, передает наш собственный корреспондент в регионе Анель Исенбердина. Она сейчас на прямой связи со студией. Анель, расскажите об обстановке в области к данному часу. Здравствуйте, Астана. Буран в регионе начался накануне вечером. Сильный ветер порывами до 15-20, а местами и до 28 метров в секунду зарегистрировали метеорологи. Сильный ветер только усложнил ситуацию. К примеру, на трассе Усть-Каменогорск-Тарган-Самарская в снежном плену оказались водители и пассажиры, которые уже ехали в Усть-Каменогорск, но их пришлось вызволять полицейским и службам ЧС. Их сопроводили в ближайшее село. Это 30 человек, в том числе 4 детей. А вот на трассе Алматы-Усть-Каменогорск пришлось привлекать уже специальную технику. Там 13 человек. Спасатели эвакуировали на специальной технике. Среди женщин, среди людей была и беременная женщина, и ребенок. Их отправили в Усть-Каменогорск на машине КАМАЗ-Вахта. Гульдана? Спасибо, Анель. Благодарю вас за оперативную информацию. Берегите себя в такую погоду.